Роблокс, идем смотреть. Всем привет, мои золики. Симулятор падения в канаву. Ну, это про медийку он свою. Он играет на стрелочку. Блять, да мне плохо от этого. Боже мой, блять. Он еще, я так понял, играет на мобильной версии, да? Блять, это пиздец. Да я ж прыгнул. Меняем, собственно, карту. Симулятор Человека-паука. Давайте его испробуем. Очевидно. Ой, что это? Трезубец Аквамена? Не надо. Слишком платно. Это он про реальную жизнь, блять. Бот-паук. Не надо. Слишком платно. А перчатка бесконечности, она платная? Конечно, платная. Прыгай, как Халк. Бля, вот это ему весело. Классно. Да. А я был уверен, что ему понравится вот это вот, блядь, Роблокс, блядь, вот эти квадраты. Спайдермен квадрат, можно прыгать. Охуенно, классно, блядь. Вот единственная проблема, это слишком платно, слишком платно. О, статуя свободы. Что, блядь? Он знает, что это? Я сейчас в ахуе был от зола. Я не понимаю, конечно, что за что Человек-паук цепляется. Ну, наверное, за хуй, блядь. Наверное, он повесился в GTA 5 RP. Но на эту карту я ставлю 5 с плюсом. Магнат боевой военной базы. Прогресс сохранения. Ну, оружие выбрал. Опять же, очевидно было. Давайте 1.25 поставим. Что-то он, блядь, заскучал малой. Так. Так, ну окей, давайте пойдем туда. Интересно, Ванзола хотя бы в магазин может сходить? Чекни ТГ-зола. Он ебанулся и верит во всякую херь. Готовь на тебя дис. Блядь, готовь на тебя дис. Да, я понял, я уже услышал нахуй. То, что он подумал, то, что я с Моргенштерном записал дис на Ванзола. Такого не было. Каша, как ты можешь смотреть этого стримера и не зевать? Да мне плохо тоже стало. Блядь, что-то все, Ванзола изговнякался. Надо нахуй нового Ванзола искать, это 100%. Вот это предыдущий испортился. Он куда-то там, блядь, зазнался, какие-то актеры метит, блядь. Какой нахуй Иван Золотый актер? Ну чё ты смеешься?